Конечно, импровизация является неотъемлемой частью нашей профессии, и всегда очень приятно смотреть, как мои партнеры по сцене мастерски выходят из ситуаций каких-то неловких. Иногда самой приходится импровизировать. Конечно, все это нацелено на, так скажем, человек профессионального склада, он справляется с этим на ура и талантливо. Вот. Мне кажется, что в нашем театре достаточно талантливые актеры, и они справляются с импровизацией. Вот, например, был такой случай, когда во время Нового года на площадке, когда все артисты находятся на сцене, случилась техническая неполадка и выключился звук с громким бабахом во время песни. Вот. Ну и тут как бы уже была моя участь показывать свои таланты в плане импровизации. Я понимала, что я первый год в этом театре, первые полгода даже, но надо было как-то выходить из ситуации, и я решила взять на себя эту миссию и выйти из этой неловкой ситуации все вместе. Мне пришлось заполнять эту паузу живым звуком, живой песней, заводить зал, и как-то вместе с залом мы пели общую песню, финальную, благо ее все знали. И вот каким-то таким путем все вышли на хорошую какую-то ноту, никого это не огорчило, ни зрителей, ни нас. Вот, было интересный такой опыт, приятный достаточно, вот, потому что потом, конечно, к тебе твои партнеры подходят и говорят: «Дашка, молодец, спасибо тебе!» Вот, так что импровизация — это еще и возможность как-то, наверное, завоевать свой авторитет, как-то что-то, наверное, такое. Вот, всегда приятно.